Всем привет, с вами Асель, я очень рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня хочу с вами поделиться своими впечатлениями о корейской краске для волос. Она идет у нас низкоаммиачная от бренда Velcas. Называется она Fruit Wax. Коробочка выглядит следующим образом. На ней изображена такая симпатичная кореяночка. И давайте покажу вам, что находится внутри коробки. В принципе, здесь идет стандартный набор. Сам тюбик объемом 60 грамм. Вот такой вот мягкий. Это у нас идет тюбик с краской. Очень легко выдавливается краска. То есть тюбик не жесткий, мягкий. Далее такой вот бутылек удобный. Тоже идет объем 60 миллилитров. Здесь такой вот откручивающийся носик очень удобный. Это идет у нас окислитель или проявитель. Его по-разному называют. Тоже бутылочка довольно мягкая, удобная. То есть здесь вы все смешиваете и уже распределяете отсюда по вашим волосам. Также в коробке находится еще и инструкция, которая бесполезна, на мой взгляд, так как здесь все на корейском языке и ни слова на английском. Пара перчаток и страховочная накидка, чтобы не замарать одежду при окрашивании. В состав краски входит жемчужный экстракт и фруктовые воски, которые как раз и рассчитаны на то, чтобы ухаживать за нашими волосами во время окрашивания. По поводу запаха хочу сказать, что она не имеет практически... Так как она идет низкоаммиачная, то все-таки здесь присутствует небольшой такой химический запах, но он не резкий, как в обычных красках, которые мы приобретаем в магазине, в масс-маркет. То есть не сильный аромат, который, в принципе, не мешает при окрашивании, его вы практически не чувствуете. Запах такой фруктовый, цветочный. Данная краска имеет 12 оттенков. Это такие стандартные оттенки, как черный, темно-коричневый, светло-коричневый, черный и так далее. За исключением нескольких таких необычных. Это Lemon Yellow, лимонный цвет. Также Purple Wine, винный оттенок. И Orange, это у нас идет лимонный. Я себе выбрала Light Brown. Это светло-коричневый. Если посмотреть на мои волосы, то это не похоже на светло-коричневый, потому что кто смотрел мое предыдущее видео, тот знает, что я нечаянно ушла, то есть совершенно случайно ушла в такой темный цвет, благодаря той краске, которой я до этого пользовалась. Кстати, она была абсолютно безаммиачная. Так что теперь я буду ждать, пока мои волосы отрастут. И я, в принципе, не ожидала, что у меня волосы будут светло-коричневого цвета. Я его взяла просто для того, чтобы закрасить корни, то есть свою седину. И немножечко еще распределила по волосам. С седыми волосами краска справилась великолепно, хорошо закрасила. Но единственное, мне не понравилось, что краска отдала мне почему-то красный пигмент. Небольшой. Кстати, этот пигмент потом смылся где-то на второй, на третий раз, хотя сама краска держится отлично. Я боялась, что так как до этого я пользовалась безаммиачной краской, так как у меня был зуд головы, кожи головы, поэтому я перешла на безаммиачную краску. Так как она у меня закончилась, я решила взять вот эту вот. Она идет низкоаммиачная. Но зуда абсолютно никакого не было. Кожа головы у меня отреагировала спокойно на эту краску. Волосы, в принципе, тоже не пострадали никак. Не могу сказать, что они у меня как-то заблестели, потому что в описании, было обещано, что краска будет очень ухаживать за волосами, они будут блестеть, даже обещали какой-то эффект ламинации. Но особого такого я не заметила. Единственное, что хочу сказать, что волосы у меня после нее очень хорошо расчесывались после окрашивания, были мягкие, не сожженные какие-то, да, я не чувствовала какой-то сухости, ломкости волос. Краска действительно неплохая. Так, с обратной стороны я вам не показала ее. Здесь у нас все оттенки есть, которые существуют в этой линейке. Так вот, чтобы не отсвечивало. С боковой стороны выглядит следующим образом. Здесь у нас есть состав. Но опять-таки не указано, что и в каком количестве. Но все же это лучше, чем ничего. И с этого боку у нас все на корейском языке.
Вот такая вот краска. Буду ли я ее приобретать вновь, я не думаю, потому что я ищу себе безаммиачную краску. Я хочу себе взять многоразовую, безаммиачную. Буду ее искать, пока сейчас нахожусь в поисках. Краска неплохая, в принципе. Плюс ее то, что она... Кстати, она неплохо оттирается от кожи, если вы нечаянно где-то при окрашивании заморали. Она не смывается, закрашивает седину. То, что я хотела изначально. Аромат у нее приятный, если я этого еще не говорила. Если вы закрашиваете только корни, то вам, как в моем случае, хватит данного объема на два раза. Поэтому не спешите сразу выдавливать весь тюбик. Просто разведите где-то в посудке себе необходимое количество. Остальное закройте и уберите. Ничего с вашей краской не случится, она не испортится. Ну, разумеется, если у вас вы окрашиваете раз в месяц, а не раз в год. Кстати, чуть не забыла. Рекомендуемое время окрашивания 15-20 минут. Я держала краску на волосах 20 минут, ничем волосы не покрывала. Такой вот у меня был сегодня коротенький отзыв об этой низкоаммиачной краске для волос. Еще раз повторюсь, что она идет с ухаживающими компонентами, а именно фруктовые кислоты, фруктовые воски, которые ухаживают за вашими волосами во время окрашивания. Если у вас еще остались какие-то вопросы, обязательно задавайте мне внизу под видео, оставляйте комментарии. Спасибо всем, кто посмотрел мое видео до конца. И до встречи в следующем видео.